Здравия вам желаю, честные и порядочные люди. Я, Жилин Сергей Анатольевич, продолжаю публиковать материалы по ГПК «Энка». Несмотря на решение Управления муниципального контроля города Краснодара о демонтаже шлагбаума и ворот, препятствовавших проезду на муниципальную территорию по адресу город Краснодар, улица Кореновская, 12, марта 2021 года ворота были демонтированы сотрудниками МЧС. Автоматический шлагбаум демонтажу подвергся частично. С него была снята стрела, которая преграждает проезд. Сам же механизм шлагбаума демонтирован не был. Происходившее освещало местное телевидение. Были представители администрации Прикубанского округа. Данное событие было на контроле руководителя прокуратуры Прикубанского округа, советника юстиции Бондар Игоря Анатольевича. Но по итогу, через месяц, шлагбаум начал опять работать, преграждая проезд на муниципальную территорию автотранспортным средством. Бочки с отработкой масла, которые сотрудники ГПК «Энка» во главе с председателем Селиверством Александром Николаевичем разместили на дорожной сети города Краснодара, по сегодняшний день находятся на месте, напротив бокса номер 44, и мешают проезду, маневрированию транспорта. Но самое худшее – эти бочки текут, и отработка масла попадает в грунт. Сотрудники полиции, службы участковых инспекторов никаких мер для того, чтобы прекратить загрязнение окружающей среды, не предпринимают. Сотрудники дорожно-патрульной службы также мер для того, чтобы убрать посторонние предметы с дорожной сети города Краснодара, не предпринимают. Обращение гражданина по данным фактам должным образом не отрабатывается сотрудниками правоохранительных органов. Обращение гражданина к руководству полиции Краснодарского края остаются без ответа. Обращение к министру внутренних дел также остается без ответа. Беззаконие процветает. Я записал и опубликовал видеообращение прокурору Прикубанского округа, советнику юстиции Бондар Игорю Анатольевичу. Данное обращение, судя по комментариям к данному ролику, видели сотрудники ГПК «Энка». И вместо того, чтобы прекратить противоправную деятельность, работа шлагбаума, бочки, отключение электроэнергии в гаражных боксах 44, 45, 120. Данные сотрудники закрыли мне шлагбаум на капоте автомобиля, на котором я выезжал с ГПК «Энка». Класс. Не правда ли, Игорь Анатольевич? Вместо того, чтобы прекратить загрязнение окружающей среды... Так, ну сегодня у нас 30 апреля. Смотрим, вот это вот говнище, по-другому я не могу назвать, которое загрязняет окружающую среду. Вон оно течет туда, и пылью притрусили, видимо, для того, чтобы не было дальше видно, сколько там чего утекло. Ну, вот такая вот она. И доливают туда, вон горловина, еще доливают, пробку открыли. Вот. Это ГПК «Энка», председатель Селиверстов. Вот. Каждый день происходит загрязнение окружающей среды. Ну, вот посмотрим, как у нас доблестно отработает прокуратура Прикубанского округа в очередной раз. Данное правонарушение продолжается в течение 4 месяцев. А если я правильно помню, продолжающееся правонарушение, да, за каждый день надо составлять административный материал и, соответственно, принимать меры. А меры какие? Меры — это штраф, это в бюджет денежка. Денежка в бюджет на зарплату полицейским, судьям, прокурорам. Сколько денег бюджет недополучил,
Я думаю, прокуратура, наверное, должна выйти. Выйти с претензией к сотрудникам полиции для того, чтобы было это все дело устранено. А вон он, видимо, смотрим, как оголенные провода, они искрили в свое время. Плохо видно. А, вот сфокусировалось. Вот они. Это возле бокса номер 43. Вот так вот. А электрик говорит, нет опасности, все хорошо, только причем мой гараж. Вот и отключали бы 43-й. Отработкой масла сотрудники ГПК НК просто засыпали это место сверху свежим песком. Смотрим. Thank you.
Но проблема загрязнения никуда не делась. Как вы думаете, что произошло с этим отработанным маслом, когда на следующий день пошел дождь? Верно, отработка масла попала в сточные воды. Уже май месяц 2021 года. Проблема ГПК «Энка» так и не решена. Репутации прокуратуры нанесен за эти месяцы, как я считаю, непоправимый урон. Нету этой репутации. И вот почему. Сотрудники прокуратуры подыгрывают полицейским, рука руку моет. И реагирует прокуратура только на те заявления, с которыми я уже обратился в Прикубанский суд. Первые 6 заявлений по 125 статье УПК РФ были за несколько дней сотрудниками прокуратуры отменены. Судья Бережинская Елена Ефимовна объединила мои заявления в одно дело, хотя я возражал против этого действия. А затем это объединенное дело было отменено сотрудниками полиции. Красиво, не правда ли? А у Прикубанского суда в лице судьи Бережинской Елены Ефимовны повода для рассмотрения дела как бы не стало. Блеск российского правосудия. Далее, также за несколько дней до судебного разбирательства, уже по второму пакету обращений по статье 125 УПК РФ, а именно 27 апреля, прокуратурой Прикубанского округа были отменены определения об отказе в возбуждении уголовных дел по ГПК «Энка». А 30 числа происходило судебное заседание. Это было сделано для того, чтобы я в дальнейшем, при удовлетворении моих жалоб судом, не смог обратиться с иском к МВД о понесенных мной убытках из-за бездействия сотрудников полиции.
Судебное заседание, материалы дел из отдела полиции Прикубанского округа города Краснодара направлены так и не были. А что можно направить, если кроме рапортов сотрудников полиции и моих заявлений, там ничего нет? Ни видео, ни опросов свидетелей, ничего. Сами сотрудники полиции в судебное заседание не являются. На первые два заседания к судье Бережинской они вообще не явились и никаких документов не предоставили о причине неявки. На третье судебное заседание было представлено ходатайство о рассмотрении материалов дела без сотрудников полиции, полковника Бондарева Ивана Валерьевича и его подчиненного Клинникова Дмитрия Анатольевича, которые сослались на служебную занятость. Господа, чем вы можете быть заняты, дабы не явиться на судебное заседание для дачи пояснений по тому, что вы делали? Ведь это ваша заслуга, что с прокурором Прикубанского округа вахтеры не считаются. Так скоро и до дворников, и посудомоек дойдет, что и они считаться с прокурором Прикубанского округа не будут. Игорь Анатольевич, а что можно получить на выходе, когда прокуратура Прикубанского округа в течение 10 месяцев не видит в деятельности сотрудников Прикубанского отдела полиции нарушений по ситуации в ГПК НК? Скажите мне, пожалуйста, что должен сделать сотрудник полиции, прибыв на место правонарушения? Может быть, прежде всего установить свидетелей, осмотреть место совершения правонарушения, получить видеодоказательства, истребовать документы, которые должны стать отправной точкой в определении правомочности действий граждан и организаций. Это делалось сотрудниками полиции? Игорь Анатольевич, ситуация началась в июне 2020 года. И только в середине января, когда я лично истребовал документы по данному земельному участку, ответ был предоставлен мне, а не сотрудникам полиции. И когда был получен официальный ответ из Департамента земельных отношений, только тогда что-то начало сдвигаться с мертвой точки. Возникает вопрос, Игорь Анатольевич, куда смотрела прокуратура целых 10 месяцев? На действия сотрудников полиции. Почему в течение этого длительного времени реакции со стороны прокуратуры не было? Вас устраивала эта ситуация, когда полицейские не выполняли элементарных действий для установления правомочности? Когда полицейские не находили свидетелей, не истребовали фото и видеодоказательств? Когда в материалах только рапорта и мои заявления? И далее. В суде сотрудники прокуратуры покрывают действия сотрудников полиции. Вы ведь понимаете, Игорь Анатольевич, что такие действия наносят непоправимый вред органам государственной власти. Люди смотрят на эту ситуацию и понимают, что закон, за исполнением которого вы, как прокурор Прикубанского округа, Игорь Анатольевич, должны не только надзирать, но и неукоснительно соблюдать этот закон сами, этот закон попирается. В результате сотрудники ГПК НК во главе с Селиверстовым, правлением ГПК и вахтерами просто наплевали на решение администрации города и на ваше решение также наплевали. Что будет далее, Игорь Анатольевич? Хотя чему я, собственно, удивляюсь? Если все это время сотрудники ГПК НК плевали на все и всех, и все им сходило с рук. И когда спустя месяц после официального сноса ворот, демонтажа шлагбаума, я вижу работающий шлагбаум, который мне еще и закрывают на капоте автомобиля, то удивляться уже нечему. Игорь Анатольевич, подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с расследованием угроз в мой адрес? Как там поживает водитель автомобиля Volkswagen белого цвета, государственный номерной знак Е005НМ23 регион? Данный инцидент произошел 22 декабря 2020 года. Сотрудник полиции, дознаватель Негуч Суанда Аскеровна, доблестно приняла заявление. И далее что? Опять указания, тут вот уже претензии у людей возникают и все остальное. Кореновская, 12. Я хочу заехать. Я говорю, отъедь отсюда, блин, а?
Тебе еще должен выехать. Я понимаю вас, а я должен заехать. Пропуск вызываю нет. Полицию. Полицию звоню, вызываю. Пропуск есть. Еще раз говорю, слушай, мне не нужен пропуск. Отсюда. Вон, посмотрите на договор. Отсюда, блядь. Я тебя прошу. Успокойтесь. Я, блядь, на работу. Уважаемый, успокойтесь. Уедь отсюда, нахуй. Успокойтесь. Я говорю, уедь отсюда. Значит, блядь, давай, нахуй убирайся. Давай. Вуаешь. А как поживает водитель автомобиля Ford, который угрожал мне тем, что вывезет меня с сыновьями в лес, и ему совсем за это ничего не будет? Сейчас камеры ебну развалится, и эти твои фотографии до сраки все будут. Конечно. Да. Ты хочешь, чтобы тебя пакости наделали здесь? А? Ну давай делай, что там. Давай делай. Я вижу, крутой ты пиздец. Да. Такой же, как ты. Вот ты ебнутый, я ебнутый тебя еще, понимаешь? Все, я сказал. Тоже с головой не в порядке. Все сказал. Все. Иди. Что иди? Ну иди. Сейчас подойдут, дело и тебя вынесут. Хочешь, я сейчас через 20 минут отсюда вынесут? Свяжут, ебалом разотрут и обосвать. И хоть ты что сделаешь, блин. Давай. И ничего никому не будет. Давай. Ничего не будет. Давай. Давай? Делаем. Давай. Давай. Минут отсюда вынесут. Свяжут, ебалом разотрут и обосвать. И хоть ты что сделаешь, блин. Давай. И ничего никому не будет. Давай. Ничего не будет. Давай. Ничего никому не будет. Давай. Ничего не будет. А как поживает и чувствует себя председатель ГПК Энка Селиверстов Александр Николаевич, который замахивался монтировкой на меня и без малого чуть не нанес удар? При этом присутствовали водитель компании «Самсон», он был опрошен. Также при этом присутствовал кладовщик Игорь Хопта. Он также был опрошен. Было ли изъято видео с видеокамеры контроля? Она направлена на место события. Я на видеокамеру зафиксировал эту железную монтировку, которую затем стояла у стены сторожки. Я полицейским указал на эту монтировку, что ею замахивался Селиверстов. А в его объяснении она оказалась деревянным прутиком, которым он якобы сбивал сосули с крыши. Монтировка прутик изъята, к материалам дела приобщена. Отойди, сказал. Как поживает доблестный полковник Белозор, который такой смелый, такой героичный, в присутствии почти 10 человек заехал мне кулаком в шею, в результате чего на месяц с лишним у меня ухудшилось зрение. Более 3 недель я испытывал сильные головные боли, был вынужден принимать сильные обезболивающие. В ходе этого нападения бравого полковника Белозор были сломаны очки. Я был вынужден проходить лечение в частной клинике у невролога, проходить различные медицинские обследования на предмет повреждений. Побьет тебя, побьет бы! Че стоим? Доехать дай! 100 метров в сторону, проедьте, пожалуйста, туда. Я в сторону доехать, я здесь езжу, бля. Ты давай убери машину, баран. Ты ничего не понятно? Мне непонятно. Убирай машину, говорю. Проедьте 100 метров туда. Я не должен туда ехать, я здесь должен ехать. Это бараны не могут убрать, а не могут. Что за дебил, блядь? Козел какой-то, блядь. Вот и приехал. Ну проедьте 100 метров, что, руль не можете покрутить, а что ли? Ты тут рулем своим стоишь, блядь. Что ты делаешь? Я бью твою машину, блядь. Зачем? Ебало разобью. Да? Ебало разобью. Ебало разобью. Ебало разобью. Ну не дергай, я открою. Давай, выходи. Ну. Чё ты тут встал? Ну вот они. Чё ты, блядь?
Офицерская выправка, военная форма, награды. Суровый, но справедливый. Суровый, но справедливый. Суровый, но справедливый. Сергей Белозор старается заложить в юные головы правильную информацию. Суровый, но справедливый. Суровый, но справедливый. Который имеет свое мнение и слово, но также умеет слушать и слышать. Как поживает дознаватель, который принял ложный донос от Далунса Арсена о том, что я якобы ему разбил фару на автомобиле АК? Расследование этого ложного доноса было проведено? Я так полагаю, что все было объективно расследовано в лучшем виде. Вопросов к службе сотрудников полиции Прикубанского отдела под руководством полковника Бондарева Ивана Валерьевича и его подчиненных у вас нет? Или их нет до того момента, пока я не обращусь в Прикубанский суд за очередной отменой решений постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела? Данный видеоматериал будет направлен в различные инстанции. Надежду на то, что виновные будут привлечены к ответственности, я не теряю. Наши деды фашистов и печенегов одолели, а тут всего-то коррумпированные сотрудники полиции. Благодарю за просмотр. Если считаете, что данное видео будет полезно, возможно, кому-то оно поможет отстоять свои права, ставьте лайк, отправляйте ссылки видео друзьям. Желаю честным и порядочным людям здоровья, счастья, удачи. Берегите себя и своих близких. Будь добру. Всем пока.